Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Это третья, последняя часть мастер-класса по вязанию бычка-боровичка. У нас уже подготовлены все детали для него, поэтому сегодня займемся только сборкой и полностью закончим с нашей игрушкой. Итак, приступим. Первым делом пришьем глаза. Будем это делать за задние полупетли. Если мы посмотрим на деталь, когда хвостик расположен слева, то нам хорошо видны передние и задние полупетли последнего ряда. Перевернем деталь. Здесь уже просматриваются только передние полупетли, а задние как бы спрятаны за деталь. Это изнаночная сторона. Пришивать будем именно этой стороной вверх, захватывая задние полупетли, чтобы максимально незаметно это сделать. Присоединяем глаза к телу английскими булавками, чуть выше середины детали. Я это делаю на глаз. Обязательно обратите внимание, чтобы ягодичная складка располагалась строго сзади. Ну и можно пришивать. Осталось пришить нижнюю границу глаз. Здесь уже можно действовать как угодно, потому что она будет спрятана под носом. В конце сделаем узелочек и спрячем хвостик внутри детали. Глаза пришиты. Теперь давайте сразу вышьем черной ниточкой границу между глазами. Теперь сделаем два узелочка. Хвостики можно спрятать, а можно и оставить снаружи. Они все равно будут под носом. Давайте я их обрежу покороче и прятать не буду. Приклеивать полубусинки будем в самом конце. С глазами закончили. Теперь присоединим нос английскими булавками сразу под глазами. Пришивать будем, захватывая поочередно петельки тела и петельки последнего ряда носа. При этом набивать будем в самом конце пришивания.
именно в этот момент набьем нос наполнителем. Носик хорошо набит. Ну и продолжаем пришивание. В конце делаем узелок и прячем хвостик внутри детали. Носик пришит. Теперь необходимо хорошо и правильно, ровно распределить наполнитель. Он у нас мог расположиться с одной стороны. Все, с носиком мы закончили. Дальше займемся рогами. Присоединим рога английскими булавками к телу по бокам. Я это тоже делаю на глаз. Главное, чтобы они были симметрично расположены относительно носа и ягодичной складки. Пришивать будем так же, как и нос, захватывая петельки тела и петельки последнего ряда рогов. Так как это парные детали, сначала пришьем первый рог, потом второй, убедимся, что они пришиты ровно, только после этого будем закреплять и прятать хвостики. Один рог пришит. Переходим ко второму. Второй рог мы тоже пришили. Теперь проверяем на симметричность. Если нас все устраивает, можно делать узелочки и прятать хвостики внутри деталей. С рогами закончили. Далее займемся ушками. Присоединим их английскими булавками сразу под рогами. И будем пришивать. Сделаем несколько стежочков у основания каждого уха. Ну и делаем узелочек и прячем ниточку внутри тела.
ушко пришито. Точно так же пришиваем второе. Ну вот, и с ушками мы полностью закончили. Теперь присоединим английскими булавками ручки и ножки. Они должны располагаться на одной линии относительно рогов и ушей с одной стороны и с другой стороны. При этом ручки должны быть на уровне носа. Прикреплять все эти детали будем с помощью крючка. Вводим крючок в тело, захватываем один из хвостиков, вытягиваем его. Скрепляем два хвостика двумя узелочками и прячем их внутри тела. Ручку присоединили. Точно так же поступаем с остальными деталями. Вот я прикрепила все ручки и ножки к телу. Дальше займемся хвостиком. Нарежем пряжу темно-коричневого цвета на 6 кусочков длиной примерно по 15 сантиметров. Теперь с помощью крючка присоединим каждую ниточку к телу игрушки непосредственно над ягодичной складкой. Далее сплетем косичку, перевяжем ее у основания и подровняем ножницами. Вот так мы быстро и легко сделали хвостик. Ну и осталось самое интересное – дооформить мордочку. Сначала займемся носиком и приклеим полубусинки в качестве ноздрей. Далее ждем полного высыхания клея. Клей подсох, теперь можно вышить ротик черной ниточкой. Далее сделаем узелочки и спрячем ниточки внутри детали.
Ноздри и ротик готовы. Теперь приклеим глазки. Нанесем клей и расположим их близко друг к другу, почти рядом с носом. Опять же, ждем полного высыхания клея. Ну и осталось нам только приклеить ресницы. Берем одну ресницу. Я ее немного подготовила, подровняла ножницами с одной стороны, чтобы длина была одинаковая по краям. Теперь наносим клей и приклеиваем на белую деталь. Опять ждем высыхания. Ну вот, мы закончили с игрушкой. И у вас теперь тоже есть такой замечательный и милый бычок-боровичок. Очень хочется посмотреть на ваши работы. Заходите ко мне в социальные сети, подписывайтесь, добавляйтесь в друзья и отмечайте меня на фотографиях ваших игрушек, связанных по моим мастер-классам. Мне интересно, какие бычки у вас получились? Также не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Впереди еще много интересных мастер-классов. А на этом я с вами прощаюсь. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!